Экономические новости последних месяцев все больше напоминают фронтовые сводки. После летнего затишья коронавирус снова перешел в наступление. И пока власти стран вводят новые, все более жесткие ограничения, миллионы людей по всему миру хватаются за голову и задают себе вопрос, что делать. На который, как подсказывает опыт предыдущих кризисов, есть только один правильный ответ – действовать. Любое разрушение привычного уклада жизни – это не только удар, но и шанс начать что-то новое. Как это сделал саровчанин Иван Коныгин. Некоторое время назад он владел кофейней, но не найдя возможностей для дальнейшего развития, заинтересовался торгами на фондовом рынке. Год назад я открыл брокерский счет и начал совершать какие-то простейшие операции. Там, купить акцию, продать акцию, завести деньги, вывести деньги. Ну, стал тестировать, по сути, сервис. Немного освоившись, начинающий трейдер стал постепенно увеличивать свой портфель акций, вкладывая деньги, которые остались после продажи кофейного бизнеса. По словам Ивана, сегодня двери на фондовый рынок открыты для всех. Для этого достаточно оформить в банке брокерский счет и выбрать подходящую стратегию действий. Как торгую я? У меня есть watch-list компании, то есть это список компаний, надежных компаний, да, которые, скорее всего, конечно, нельзя быть на 100% уверен, скорее всего, не обанкротятся, вот, и я в них вкладываю деньги. У меня стоит на телефоне уведомление, да, о повышении цены, то есть как только там что-то происходит, какая-то движуха, я смотрю на телефоне и уже там захожу на сайт, там уже, ну, думаю, что делать с этим. Да, пока этого нет, я занимаюсь своими делами, то есть, по сути, времени я на это не трачу. Иван сразу предупреждает, фондовый рынок абсолютно непредсказуем и потому таит в себе немалые риски. С теми, кто ждет чуда и готов идти на любые авантюры, излишняя самоуверенность и жажда легких денег могут сыграть злую шутку. Вот лично я для себя выработал одно простое правило, я никогда не играю в долг. Никогда не играю в долг, не беру в долг. То есть как можно взять в долг у знакомого, да, на эту биржу, можно взять долг в банке, можно взять в долг у брокера. Вот ничего из этого я не делаю. То есть только свои деньги, я мысленно уже попрощался с ними на самом деле. Это мне помогает спокойно относиться. Вот у меня, я купил акцию, она просела сейчас на 20%, я вообще абсолютно спокойно. По словам Ивана, сейчас уже после того, как рынок пережил самые сильные колебания, в первую очередь стоит обратить внимание на акции технологичных компаний, которые смогли извлечь выгоду из ковидной истерии. Сфера IT быстрее других смогла перестроиться под новые реалии и предложить людям те самые новые возможности, которые создают любой кризис. Главное – суметь ими воспользоваться. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.